Ну чё, утро добрым не бывает? А ну-ка давай-ка заглянем в Metal Slug. По крайней мере, это не игра, хоть более-менее может увлечь. В отличие от некоторых, блин. Да, конечно, на многих играх народ запомнит, всегда будете расстраиваться. Поэтому я их чаще не месяца, потом только даю по ним обзор. Вот игра, я в нее играю даже меньше месяца. И здесь сразу видно, что есть к чему, как говорится, податься, стремиться. Так, что по инвентарю у нас тут? Ну, здрасте. Так, вот здесь. Okay. Я там сколько накопилось? Семерочка, окей. Ага, здесь, значит, не падает пока кубик. Окей. Кубик-юбик не падает. Итак, что у нас здесь? VR Simulator, Mine, Magic. Окей. А, там сияет это как хренатель, все, понял. Так, одну миссию компании давай пройдем. Во-первых, что мне дали за аренду? Я привет. А, чё-то как-то мало, блин, тут больно. Так. Как мне определить, кто здесь, блин, вообще? Один. Четыре. ПМХ. Два, четыре часа. Блин, непонятно, когда человек был. Как здесь определить, кто когда был в игре? 100 друзей можно себе брать? Толк от этого 0. Когда определить? Нет, тут так не определишь. Чат можно с ними сделать, который мне не нужен. Как тут от друзей-то избавляться не нужно. Этих надо удалять. Ладно, это мне сейчас напишу. Да, напишу. Пусть добавляется, а потом поиграю с этими добавочками. Так, пройти одну кампанию. Вперед.
Я обзор когда делал, случайно прошел компанию, которую... Mission Start! Я понял почему. Мы еще, кстати, да, артефакты тут не приодели некоторые, начнем с ними с этого. Что вот этой подруге надо артефакт на КП по-любому. Потом еще что с ними, правда, обидно. Я надеюсь найти прокачку на этом. Он у нас всегда дохнет, но этот танк он нужен. Mission complete! Ну, хотя, так если подумать... Нет, ей будем сначала в первую очередь пихать, как ни крути, она нужна. Она важна. Это на что ей дает? Атаку, да? Это у нас дает деф. КП-2200, КП-2200. Так. Юникипаем. Ставим ей вот такую вот хренатель, да? Нет, это деф у нас, это хп, одеваем. Так, по поводу дефа, стоп, деф 25, юнкип, значит всего 50. Здесь у нас деф минималка 60, одеваем, уже посильнее будет. И нам надо будет прокачивать, во-первых, хп. Прокачали сколько там, 5-4 тысячи, и атаку. С атакой у нее... Ой, о чем я так? Не хватает, погоди, я их не покупал что ли? Или мне не хватило бабла? Так, тебе это понятно все. Тебя бы желательно, да, прокачивать вообще до звездного упора. Так и будем делать. В принципе, тебя мы этим тоже можем прокачать. Давай тебя прокачаем. В принципе, она нас хорошо лупит. Но не помешает, конечно, тоже. Немножко проапгрейдить. Так, но в основном у нас насчет апгрейдов нам надо как-то с ними разбираться. Без этого здесь довольно тяжко будет. Ну, в принципе, как тяжко. Здесь и так игра мне дала... целую тонну незабываемых впечатлений, так что тут тяжко, не тяжко, но проходимо. Так, квадруп рейд, это у нас что? Что за хренотень? Ой-ой-ой-ой-ой, привет! Я вот и хотел как раз это показать. Так, дефенс. Тоже у нас тут три волны, если я правильно помню, или одна. Так, скилл, ну, ракеты у нас эффективные, юниты по стандарту. Надо сейф. Челлендж немножко попозже будем. Ивент этот интересен мне был. А, так, сейчас мне надо в Air-симулятор потом будем заходить. Хотя он тоже нет, нужен. Сейчас мы зайдем. Сейчас отрейдим быстренько. Только совсем. По компании, да, пройдем, потом все получится, то нормально. Игра единственная, которая, наверное, удовольствие доставляет. Адекватная. Так, с этим я пока не справлюсь. С тобой море руин. Вот это вот, кстати говоря, надо сейчас поделать, как ни крути. Под усилием еще нашу эту... звездомет чего? Неожиданно. Так, ты у нас, значит, идешь сюда.
Mission start! Правило, либо второго убивают, либо последнего. Но чаще всего последнего. Она будет управлять сильнее. Силка пошла. Подхилку поставить, ДПСа там не хватает. Это умеет вообще хилиться. Он скорпион, чтобы я убрал. Танкует, дай бог. Да, здесь у нас проблема в том, что нам надо юнитов этих подразвить как-то по-другому. Пирамид. А здесь мы с кем будем драться против кого? Точнее, кем против кого? Здесь у нас светлое. Так, Крабин Пипл ставим. Так, тебе сюда. Где у нас кувалда большая? Привет. Так, тебе сюда. Тебе сюда. И танки вроде дальнего боя, если правильно помню, да, 53. Ну да, тут пока они слабенькие, у них артефактов нет на пол. Start! И они сильно не прокачивают. Ну, надо там еще один террорский отряд развивать. Революционера, помню, познание. Можно только артефактами спастись немножечко. Mission complete. Так, ладно, давай-ка мы здесь некоторым юнитам поставим артефакты. У нас, в принципе, освободилось там пара артефактов. Хотя лучше бы желательно, наверное, по артефактам здесь понемножку другому пройти профилю. Так, меня на какое место здесь швырканули? 288, на каком я был? 115, у меня сколько? Тоже 115. Равные силы. Редко такое видишь. Снайпер сразу сейчас второго прибьет. Mission start! Так, у нас впереди. Планк у нас оказался спереди. Mission complete! Танк, короче, тут улетел только в путь. Мило. Так, сколько у нас еще здесь есть, с кем повоевать-то хоть? 355-й? А, давай забьемся. Да, согласен, не мой уровень, но... Mission start! Сейчас донатим. Mission complete. Сэр, которому не помогло это. Так. Можем попробовать сразиться вот с таким 125-м. Давай-ка рискнем. У него какой здесь? А, вот шанс есть. Mission start! Ну, поверим сейчас. Ну снайпера нет. Вот и есть. Возможно, можно. Да, снайпера, конечно, вырубаем мы сзади, я ничего не смогу делать.
Гринфелд. Да, победил. Еле-еле на соплях, кстати. Забавно, okay. Правда? Так, а Summon Unit один раз. Мы можем кого-нибудь суммонить. А, кстати говоря, по поводу Summon, вообще-то начнем с этого. У нас сейчас... Кто здесь? Фракционы меня интересуют. Так, вроде те, которые нужны, да? Не уверен, один рекрут делаем. Да, сейчас мы десяточку суммонов сделаем. О, может его сможем повысить, хотя вряд ли. Этот дятел не часто попадается. Мягко сказать, часто. Что-то до хрена он не попадается раз. Мне это не очень прикалывает. Так, френдшип это нет, тактика тоже нет. Это у нас, ну, два раза давай призовем. А, это погоди. Монстры различного рода, хотя это не монстры вообще. Так, ладно, мусорные юниты. Юнит Ред. Да, ты с ней вообще ничего не сделаешь. Даже смотреть бесполезно. Так, у нас здесь дяденьку можем поднять, ура, наконец. Хотя бы тебя поднимем немного уровень. Все ж таки повезло в этот раз, да? Так, теперь осталось нам с этой девонькой как-то, блин, разобраться. Японская плоха. Прокачку вот такую вот, за лишних разговоров, до фиолетового. Такс, теперь у нас есть две фиолетовых. Меняем вот на такое расположение и смотрим, что мы можем здесь придумать. Нам нужна одна двухзвездочная. Мы сейчас ее себе организуем. И подруга. Мы тебя усиливаем. Насколько ты усилишься? Это тоже хорошо. Так, в принципе, две звезды есть. Две звезды есть. Она на максимуме у нас должна быть. Нет, не на максимуме. Но, в принципе, да, мы здесь больше уже ничего не сделаем. Если взять нам пол... Тоже... Зависит мы здесь немного с некоторыми персами, но в принципе, как видишь, мы понемножку продвигаемся. Вот в чем прикол. Да, по чуть-чуть, но это видно, что мы продвигаемся. Не стоим на месте, бараны не топчемся. Ай. Да, в отличие от других игр, японская плоха. Здесь довольно неплохо. Так, Command Center. Так, ну тебя, во-первых, надо сейчас вот так вот поднимать. Вот так вот. Эту девоньку нам надо... Ой, пока... Ну, надо-то надо, но... Пока не получится. Так. С тобой что нам делать? У нас тут деф есть у тебя. Не дозаконченный. Надо поставить дозаконченный деф. Это ХП, вот деф. Трехзвездочный. Так, на ХП у тебя что-то есть? Да, максималка. ХП 2200. 2200, да?
принципе, ее нету. Такое, в принципе, хорошее. Так, деф и атаки у нас есть. То есть вроде бы все хорошо. Но правда еще бы амуницию и по профилю. Ну, по профилю именно этого. А, раз. Было вообще прекрасно. Так, стоп, что ты хочешь? Я тебя не буду сейчас поднимать. Не мечтай. Сейчас вот танк вот еще стоит. А, так нам выбора-то нету. Поднимать-то надо. Тут, блин, вариантов ноль. Зашибись. Так, во-первых, нам нужно поднять тебе атаку. У нас деф есть, хп есть, но нет атаки. Атаку тебе подняли, то есть у тебя есть деф, есть хп, есть атака. Здесь у нас что? ХП еще плюс добавок нет. ХП мы поставим тогда вот этой вот красавице. И это у нас деф. Ну ладно, хрен с тобой. Деф тебе поставлю. Переснаряжаем тебя. Тебя тоже подснаряжаем. Так, что у нас дальше по расписанию? Пока тишина и молчание, да? Теперь по эвентам поперли. Во-первых, арена новая, эвент меня интересует. Раз. Во-вторых, нам надо здесь попутешествовать. И по поводу арены. Сейчас посмотрим, что мы там сможем, конечно, изобразить, какого павлина из себя. Но для начала давай здесь заценим. Так. Делаем. У нас про свинку подложили, которой не хватало. Так, фальшио. Ну, я лучше ей воспользуюсь. Она нужна мне. Но все равно можем медальку сделать. Отлично. Потом птичку подождем, еще одну фальшио сделаем. Так, здесь бронзовая у нас закончилась. Все, ну и птиц не хватает. Остальное... А, ну тут как бы еще более-менее идет по-нормальному. Так, по инвентарю у нас. Юзаем. Хорошо. Так, краб один нам не поможет, в принципе. Че мне там еще пришло? И всего один ко мне решил... Да... Хреново, я тебе скажу. Ты мягко выражаешься. Okay. Так, идем сначала на пресс Шура. Здесь пока двойные награды будут. Этим надо пользоваться. Так, ну артефактик еще один. Пополним свой отряд звездоносцев. Да. Ну это выпьем потом, хотя в принципе здесь это без разницы. Я сейчас спокойно здесь увожу. И главное, чтобы попался хороший артефакт вида фуражки. Мне он понравился. Девоньку-то мы хоть и повысили, правда, Mission не до конца. Start. Ну, это и ХП поставили неплохо, должен отметить. Mission complete! Не так просто. Но хотя бы мы немного компенсируем ее, не выдумываем. Обычный артефакт, а почему? Я думал, там только легендарка может попасться. Вообще не легендарка попалась. Странно.
очень любопытно. Мы этих хвалим, конечно. Mission start. То, что хотя бы этого подняли, уже будет. Ну и почему это делать, тоже может быть, поднял. Mission complete. Генерала самое то. Пойдем. О, вот я Мильян. Может здесь хотя бы артефакт нормальный дошура. Приз. Mission start. Я, в принципе, покупать. Это, в принципе, Mission complete. Выбираем какую? Так, сегодня какое число у нас? Четвертое. Значит, выбираем последнюю четвертую. Ну, что-то повезло. Ну, правда, здесь мы дальше не проходили. Здесь вантрисоливали с одного ракетного удара уже на половину войска. Ладно, это пока оставим. Здесь конфирм. Ой, ну попробуем давай, конечно, но вроде здесь мы и заканчиваем нашу дорогу, да? А, еще осталось. Еще осталось даже одна пташка. Да. Узнаю этого злобного дядьку, у него еще легендарный артефакт, судя по всему, не в курсе. Mission start! Так, ну сильно сейчас мне хп не убрал. Mission complete. Было неожиданно. Ну что, опять четверку выбираем? Да, детка. Мне эта фуражка нравится. Нет, не в плане том, что хороший артефакт. В плане том, что я хочу всем своим основным по фуражке пиндюрить. Ну да, в любой игре вы должны запомнить. Вы должны хоть как-то... А, я закончил. Так, а с этим мы вообще справимся как-нибудь? Ну давай вот так вот поставим, она у нас помощнее всех вообще-то. Mission start! Mission complete! Мы неплохо получили. Очень неплохо. Юниты, бафы можно посмотреть. Да, справились. С горем пополам. Так, ладно. Сейчас у нас квест опять надо заполнить. Ах, теперь... По поводу юнитов, у кого у нас не хватает, блин, фуражки? Напомнить? Во-первых, у нее нет фуражки. Для атаки фуражка нужна сильнее всем, чем что может быть. Лазочка! Иди сюда. Вот да, атака 300. Шикарная тема. Так. Здесь тоже атака, кстати говоря. Вот этот вот артефакт, что нам предоставляет? Деф. КП. Ставим тебе, значит, фуражку, деф. Эти так вот поставлю. Ну и атаку, скорее всего, тебе запиндюрю еще одну. Такую вот угловатую. Мне просто не очень нравится все это. Так, модифицируем. Пока не можем, нам нужен рынок, понял. Так, здесь у тебя все хорошо. У тебя дедан, кстати. До конца не прокачано. На тени мне это не нравится. Кип.
раз. Во-вторых, деф. У тебя деф-то есть здесь? Да. ХП, деф. Так, что-нибудь еще можете полезного приодеть? У нас артефактов-то много. Помимо артефактов, давай-ка мы в магазин заглянем. Так, берем сразу. Скидочки нет, да. Есть скидка вот на это. Ну, что-то вот на это выводим. Так, здесь тоже скидок нет. Хреново. А можно, в принципе, прикупить парочку. 3600. Дождаться фиолетового. А, вот, посмотрим. Так, ну, магазин арены у нас, как всегда. Это потом покупим. Это раз берем. Второй раз не сможем купить. Возьмем по максимуму вот так. И давай юнита сначала. Это лучше. Так, чтобы не было стыдно мне хотя бы. Рейд тебе можно сделать 118. Ну, ладно. Так, у нас, значит, здесь деф хп. Тебе тогда еще деф нужен. По-любому. Ты у нас по атаке-то вряд ли сильно сможешь пошуровать. Здесь тебе модифицируем, ну, атаку, ладно, в принципе. Так, все, мы с тобой закончили. Теперь можем мы приодеть немного других наших демонов, да? Например, у тебя есть ХП, атака, деф. Еще можем запендюрить одну атаку. Ты очень хорошо хилишься с поврежденных. Но здесь я их сильно не буду модифицировать, вследствие того, что... Атака, да, у тебя здесь ХП, атака одна, атака вторая. Дэп есть какой-нибудь? Или ХП? Ладно, давай дэпки выберем. Я как бы получше, конечно, но что имеет он, тему рад. Так, тебе нет, ну, разве что наши кувалды девоньки давай. Так, дэп. Ну, атаку я есть, атаки я нету. Значит, давай крабик тогда. Его атака раз, и будет атака два, что ли? А, ДТФ, нормально. Ну, в принципе, подойдет. А, так, можем даже здесь этому что-то припендюрить. Ладно. Некоторые артефакты просто по статистике юнитов подходят. И нет. Так, Arms Market. Это надо. Без вопросов и без правил. Это надо, это полезно. Так, окей. Arm Dealer, да? За денежку оставим, вдруг скотина пригодится. В принципе, я могу попробовать обновить его сейчас. Но опять, раньше хотя бы за кристаллы продавались опять эти медальки. Сейчас они что-то вообще не пьют. Немного удручает, мягко сказать. Да ладно тебе, и бить специально, Держись ты, матрешки, ни хрена себе тут атака, Вот это уже чисто интересно. Так, откладывайся, ты что хочешь-то? А, я же там каких-то новых героев завел. Отлично.
Отлично. Отлично. Вот это вот пригодится. Так, теперь ты у нас. Слушай, как-то странно. Я не ожидал, что смогу так просто прокачивать. Так, и теперь у нас основное, это вот эта вот девонька. Как ни крути, она у нас основа всего остального. С вами что делать-то мне? С вами ничего не поделаешь, как бы это не хотел. Мне нужна вторая такая красная хренотень. Крылатая. Здесь у нас что остается? Два дурацких танка. Самое тяжелое вот эту вот хренотень выбить, блин, зараза. Здесь-то я еще смогу нормально довести его до необходимого плинтуса, шминтуса, но... Не так. Я хотел бы это все okay. Так, ладно, 3 на 3 арена, ну, 214, вообще где-нибудь можно поучаствовать? Давай попробуем. Target point challenge в игре. Здорово. С этим попробовать поиграть. Что у него тут есть такое? Босс раз. Есть послабее меня. Не, я его не одолею, просто у него там 120, 130. Ну, в принципе, если мы сможем убить вот эту вот девочку быстро, давай попробуем. Round one. Да, у нее молния проигрывает. И артефакты лучше молния. Понятно. Проиграем. Но сразиться было интересно. Так. И у нас идет вот такая вот арена. Эта арена самая интересная. 11 тысяч. Да, я промолчу. Ну, народ, в следующей серии продолжим с этой арены. Но я тут немножко уже пофиговаю от того, что боссы есть. Но, в принципе, их пофиксили вроде. Всем удачи, всем пока.